У музеев Алтайского края появился собственный единый логотип и фирменный стиль. Его разработали для участия в международном фестивале «Интермузей-2018», который на днях проходил в Москве на территории ВДНХ. На этом престижном смотре музейных программ и выставочных технологий впервые были представлены все государственные музеи края. Краеведческий, музей-заповедник Шукшина, мемориальный музей Титова, музей литературы и искусства, а также художественный музей Алтайского края. Их стенды были представлены наряду с более чем 170 музеями России. Наши привезли с собой некоторые уникальные экспонаты, например, печатную машинку Шукшина. На площадке Краеведческого музея гостей встречал актер в облике горного инженера 19 века. Не затеряться среди этого многообразия в столице России позволил новый фирменный стиль, специально разработанный для всех музеев Алтайского края. В основу логотипа легла, по словам музейных работников, идея уличного указателя, подразумевающий разные виды музеев, разные направления. Видите, вот эти вот плашечки в разные стороны смотрят. Это и частные, как мы говорим, музеи разного уровня подчинения. Это и частные, это и образовательные, это и государственные, и муниципальные. И самого разного вида музеи. Они объединены одной идеей, что мы все на территории Алтайского края. Новый логотип уже появился на сувенирной продукции – сумках, блокнотах, шариковых ручках. Предполагается, что он будет активно использоваться уже на ближайших культурных мероприятиях – рождественских чтениях и шукшинских днях.